Вакцинацию в регионе проводят, чтобы защититься от гриппа и острых респираторных заболеваний. Завершить прививочную кампанию в Краснодарском крае планируют к середине ноября. На данный момент, как заявил губернатор Вениамин Кондратьев, привито более 250 тысяч человек. Наш регион пользуется популярностью у туристов. Здесь активно проводятся мероприятия всероссийского и международного уровня. И, безусловно, мы относимся к зоне постоянного эпидемического риска. И как раз вакцинация является одним из эффективных методов предотвращения инфекционных заболеваний. В Краснодарском крае ежегодно прививаются более миллиона детей и 2 миллионов взрослых. За последнее время заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе не превышала эпидемического порога и снизилась более чем в 10 раз.